все, выставился. Что будет дальше, неизвестно. Полукругом выставил. Посередине одна утка. Наш антигерой Зима, который не стал искать утку, сидит и смотрит небо. Так мы просидели и просмотрели до полной темноты. Но с неба, увы, ничего не упало. А все, я уже в лагере, разжигаю свой костер на углях. Я буду ужинать, единственную сбитую утку не нашел. По остальным не стрелял, поскольку опять камыши вокруг были. Стал, что ли, не очень удачно. Пара шансов была, но тоже разыграл доверного. В общем, пока я без уток. Как и предполагал. Но поперекрякивался, с удовольствием посидел. Очень неплохо время провел. 5 утра. Готовлю чай. И готовлюсь к заплыву в озеро. Вчера мысок присмотрел. Хочу там встать, поближе к воде. Большой. Там лед вроде получше был. Посмотрим, что получится. А там такой шикарный свекольный закат. Фу, закат, говорю. Восход. На самом деле, как будто свеклу там понарезали. Вон за той травушкой, муравушкой, лежит наша утка. Зима ее не видела. Утка упала в озере. Поэтому Зима за ней не поплыла. Поплывем потом на лодке. Как бульдозер с лодкой слазал всех камыши, не нашел еще одну утку. Упала-то куда-то вроде бы вообще у уреза воды. Даже перья нашел. Может, нырнула, конечно, опять. Собака не идет, она там тонет, путается в этих кочках. Ну, один селезень ездил, ранимый. Хороший такой селезенюха. Однако пара выстрелов за зорю – это до обидного мало. Я решил еще поплавать, пошугать из травы уток, места посмотреть да потратить патроны. Слазь пострелять. И пострелять мне удалось. Да и места посмотрел. Все заросло телорезом и ряской, красиво и трудно проплываемо. Спустя пару часов решил, пора на базу. Все. Собираю свою стаю, отправляюсь в лагерь завтра. Пока плавал на лодке, шикарный налет был. Как прошляпил, непонятно. Отлично селезень подставился. Но, увы, не попал. На обратном пути меня ждал сюрприз. Настолько неожиданный, что я по нему сначала отстрелялся и только после этого включил камеру. Стрелял из положения шиворот на выворот. Сюрприз был аккурат за спиной. А сейчас я спешу этот сюрприз добрать, а меня отвлекают. Зараза. Да что ж мне так не везет-то? Утка-сюрприз не взлетела после выстрела, но и не упала, и у меня возникли подозрения. Думаю, это был вчерашний подрах. Место тоже. Наверное, сейчас я по нему не попал. Такой довольно живенький, в общем, семерка сейчас ему стрелять не стоит. Попадаю.